Всем привет! У нас сегодня в обзоре складной нож от компании Firebird, модель под названием FH61. Ну а теперь немножко подробностей. Универсальный нож от фирмы Firebird, модель FH61, который представляет собой высококачественную, стальную и доступную по цене модель для повседневного использования. Изделие отличается легкостью, а также компактностью, что позволяет его легко переносить в кармане, рюкзаке или сумке. Высококачественное и прочное лезвие в форме клип-пойнт изготовлено из стали марки D2, твердостью которой составляет 58-60 единиц по рокулу. Материал имеет высокий уровень содержания углерода и хрома в своем составе, является устойчивым к коррозии, а также к деформации и механическим воздействиям, благодаря чему клинок отличается длительной остротой заточки и хорошими режущими свойствами. Рукоять эргономичной формы выполнена из композитного материала на основе стекловолокна и эпоксидной смолы, обладающая повышенной ударопрочностью и влагостойкостью, обеспечивает стабильный хват и исключает травмирование рук. Кроме этого, она снабжена отверстием для ремешка и съемным зажимом для ремня, что дает возможность прикрепить изделие к карману или поясу. От случайного открытия клинка предусмотрен надежный замок типа Liner Lock. Просто приоткрыли, довели и спокойно закрыли. В комплекте фирменный чехол от компании Ganza. И не забывайте, огромный выбор по-настоящему качественных ножей имеется у нас на сайте mandrivnik.com.ua.